Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новое видео. У меня сегодня вообще такое спонтанное видео совершенно. Просто я вчера делала себе маникюр, и я решила, вот такой у меня получился он, я решила поделиться с вами. Я делала маникюр дома от бренда Similac, очень классным продуктом, и поэтому я так подумала, что мои зрители обязательно должны знать про этот продукт, потому что это супер вещь, это находка для тех, кто делает маникюр дома, также это супер вещь для мастеров маникюра. Но скажу небольшое предисловие, почему вообще я решила делать маникюр сама, и я больше не посещаю салоны. У меня, честно, какое-то невезение или какая-то постоянная проблема с мастерами, потому что они постоянно заняты, времени подходящего, которое подходит мне, у них почему-то нет. В общем, это постоянные проблемы, я должна что-то менять, что-то откладывать. У меня складывается мнение, что мастер маникюра — это как минимум собственник нефтяной вышки, которому попасть на прием вообще просто невозможно. Как бы нужно смотреть на это проще, вы всего лишь мастер маникюра, это ваша профессия, и ее нужно любить и выполнять ее с любовью. И опять-таки, для меня клиент всегда прав в моей работе. Я считаю, что и в работе мастера маникюра тоже так должно быть, потому что вы должны подстраиваться под клиента, как ему удобно. Вот, никто же не говорит приходить на маникюр там в 12 ночи, да, или там в 5 утра, но я считаю 18:00, 18:30 это абсолютно нормальное рабочее время для того, чтобы как бы принять клиента и сделать ему маникюр, да, но, ой, простите, но постоянно какая-то у меня с ним проблема, и, в общем, я так подумала, что я устала под кого-то подстраиваться, к тому же хромает постоянно качество. И эти мастера маникюра постоянно, они переходят из салона в салон, а я не буду тратить 1,5 часа времени на другой конец города, например, ехать, чтобы сделать маникюр, либо вообще 2 часа своего времени потратить на это. Нет, это не моя история, поэтому мне нужно все как бы в радиусе, то, что вот мне удобно, либо это радиус работы, либо радиус дома, в общем, это все должно быть вот прям максимально рядом со мной, потому что я очень тщательно планирую свое время. И я приняла решение, что я буду делать сама дома, я не буду ни от кого зависеть, просматривая какой-то вечером сериал, я могу потратить час времени на то, чтобы сделать себе маникюр, так как мне это нравится, сделать ту форму, которая мне нравится. И, в общем, я нашла очень классное средство, которое потрясающе вообще облегчает именно процесс маникюра, процесс покрытия. Это лак гибрид 5 в 1 от бренда Similac. Это вообще супер находка, я уверена, что для мастеров маникюра это будет просто супер вещи. Вот действительно, обратите внимание, потому что вы сможете сократить свое время именно работы с клиентом, ну, я думаю, на час, и тем самым сможете принять больше клиентов для себя, например, в течение рабочего дня. В общем, это супер вещь, которая действительно экономит время, потрясающее качество. Я решила записать, как я делала маникюр, поэтому далее вы посмотрите, я вам все покажу, но одним словом, я безумно довольна, потрясающий продукт, легкий в использовании, не растекается, это лак гибрид 5 в 1, это база, топ и покрытие, то есть я вчера делала маникюр, и я потратила меньше часа на маникюр в 2 руки и покрытие, вот такое у меня нюдовое покрытие получилось, в общем, я безумно довольна, далее вам все покажу, так что оставайтесь и посмотрите обязательно это видео до конца, я уверена, что вам очень понравится, потому что вечно вот ну просто супер. Маникюр я себе сделала заранее, а сейчас я буду обрабатывать ногти фрешером перед покрытием гель-лака. У меня фрешер от Коди. Видела этот продукт у многих мастеров, многие, кто на нем работают. Очень хороший продукт, очень простой в своем использовании. В любом случае такой фрешер необходим, потому что ногти нужно тщательно обезжирить перед покрытием гель-лака, чтобы лак носился как можно дольше. Тем самым не травмировал нашу ногтевую пластину. И сейчас я уже перехожу непосредственно к покрытию. Это гель-лак гибрид 5 в 1 от Similac. У меня оттенок 803. Вообще 5 в 1 это инновационный продукт от Similac, который содержит 5 наиболее желательных свойств. Это база, это цвет и покрытие одновременно.
Кроме того, этот продукт дает возможность наращивать ногтевую пластину до 1 сантиметра. Поэтому я и говорю, что это супер находка именно для мастеров маникюра. Вот рекомендую вам обратить внимание. Также хочу отметить, что этот оттенок достаточно полупрозрачный. Я вообще консерватор при выборе маникюра. Я люблю все нюдовое, или же это цвет бордо, или красный. В общем, у меня своя такая классика при выборе маникюра. Но так мне нравится. Работать с данным продуктом очень легко и просто. Он не растекается, очень эластичный. Я покрывала в 2 слоя, и можно даже и в 3 покрыть, и такого толстого пирожка на ногтях не будет. Одним словом, я получила огромное удовольствие, потому что это легко, просто и это быстро. Это не отнимает слишком много времени. В лампе я сушу 30 секунд. Также я хотела бы отметить, что палитра достаточно широкая, можно выбрать на любой вкус и цвет. Ссылку на официальный сайт Similac.ua в Украине я оставлю под этим видео. Также хочу отметить отдельно сервис. Кстати, доставка осуществляется наиболее удобным для вас способом. Спасибо всем, кто со мной общался и подбирал мне необходимый оттенок, потому что я очень долго онлайн выбирала и определялась с оттенком. Мне присылали именно живые работы, подсказывали, постоянно были на связи. Мне, честно, очень приятен такой сервис. К тому же я получила потрясающе красивую коробочку, в которой было все очень красиво упаковано, была брендированная шоколадка и также был скидочный промокод на следующую покупку. Одним словом, я осталась безумно довольна, поэтому я и рекомендую вам Similac. Друзья, вот что у меня получилось по итогу. Я безумно довольна результатом. Здесь у меня 2 слоя покрытия. Также я нанесла масло для кутикул. Одним словом, я безумно осталась довольна. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня вашим лайком. Также подписывайтесь на мой канал и до встречи уже в новых видео. Пока!